15 июля 2023 год. Афоризм дня на сегодня будет такой. Ничто так не меняет людей, как дверной глазок. Написал я 7 июля 2010 года, по-моему. Ну, в июле 2010 года. Да, и, в общем-то, по поводу тоннелей, как о дверном глазке, почему-то сейчас вспомнил другой свой афоризм. Если вы видите свет в конце тоннеля, скорее всего, это тот свет. Не помню, когда написал, но вот чего-то у меня, почему-то у меня ассоциация с тем, как человек смотрит в глазок, была именно про туннель и свет в конце тоннеля. Ничто так не меняет человека, как дверной глазок. Если вы видите свет в конце тоннеля, скорее всего, это тот свет. Надо будет по паре афоризмов все время делать, давать, выдавать. По-моему, интереснее звучит.